Здравствуйте, меня зовут Сергей, менеджер по продажам компании «Сингента». Мы находимся в хозяйстве АПК «Инвест» Верхнехавского района на поле сои. Семена сои были обработаны препаратом «Крузер Макс» и инокулянтом «Атува». Обработка семян проводилась в Институте защиты семян «Ситкея» компании «Сингента» в Рамоне. Здесь предоставлены растения сои, которые были обработаны препаратом «Крузер Макс» и инокулянтом «Атувы». Как вы можете видеть, заселение клубеньковыми бактериями на центральном корне и на боковых корнях. А слева от меня растения, которые были не обработаны инокулянтом. Корневая система менее развита. Наличие клубеньков единицы. Растения сои будут обеспечены азотным питанием на протяжении всей своей вегетации. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я представитель компании АПК «Инвест», управляющий хозяйством. Наше предприятие непосредственно выращиванием культур занимается 5 лет. Выращиваем подсолнух, кукуруза, озимая пшеница, ячмень и соя. Под соей порядка 250 гектар. Румом под культивацию мы вносили селитру, потом непосредственно при севе вносилась диамофоска. С учетом затяжной весны сроки немного сдвинулись. Сеялось где-то по 15 числа, 15 мая. Предшественник здесь посеяно соя по сое. Норма 140 килограмм на гектар, 750 тысяч растений. Предыдущий сорт был Аляска, в данный момент посеян Пруденс. Предпосевная обработка была Круизер Макс и Атува. Всходы, которые были обработаны Атувой и Круизером, всходы были ровнее, и растение лучше развивается. Я вполне могу рекомендовать продукты «Круизер Макс» и «Атува» для предпосевной обработки.